Мастер-класс Ирины Хакамады по традиции предварил розыгрыш подарков. Самым везучим достались сувениры 31-го канала, кашемировые шарфы от бренда дизайнерской одежды Энса и книги главной героини вечера. Раньше говорили, что успех – это 5% везения и 95% трудолюбия. Сегодня эта идея не всегда работает, поэтому люди мыслящие и думающие часто пребывают в поиске актуальных концепций успеха. Три шага к успеху, но к успеху три шага – это чистый маркетинг, на самом деле все это сложнее. В зале в основном женщины, хотя специально для них, в смысле для нас, у Хакамады есть отдельный мастер-класс. Этот «Три шага к успеху в эпоху перемен» адресованный мужчинам тоже, но они менее активны. Женщины становятся самостоятельными, то есть они сохраняют женственность, при этом хотят, как мужчины, зарабатывать деньги и занимать бизнес-позицию в обществе. Очень мечтала ее увидеть вживую. Обычно я смотрю ее ролики на YouTube-каналах, либо на каких-то специальных сайтах. Ее комментарии очень необычны в том плане, что интересно послушать умного человека и прислушаться к его советам. Женщина неординарная, добившаяся многих успехов. Очень хочу ее послушать в плане, как стать суперженщиной. Это мне очень интересно. Даже не в плане карьеры, а в плане личностных отношений. Ирина Хакамада – это очень уникальная женщина, которая сочетает в себе действительно успешную карьеру, и успешную реализованную женщину, как маму, и как она дает советы по ведению переговоров, и вообще, как соблюдать в себе вот эту золотую середину. Если в нескольких словах, то успех по Хакамаде – это баланс трех состояний – духовного, материального и физического. Если что-то из этого не в порядке, то и остальное не принесет удовлетворения. Поэтому развивать себя необходимо сразу во всех этих направлениях.